Siddhant Saraswati Vijayate Gauriya Goshthipati Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Nam Sankirtanam Yasva Sarva Papa Panasanam Pranam Duksha Samanam Tang Namami Harim Param Nam Sankirtanam Yasva Sarva Papa Panasanam Pranam Duksha Samanam Tang Namami Harim Param Gaudiya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupad Paramahamsa Jagadguru сказал, как люди, они могут потерять все, то есть они бегают за дешевой камой, пытаются удовлетворить свою дешевую каму, пытаются удовлетворить свои органы чувств. Как же они жертвуют своей жизнью таким образом? Как они могут так поступить? Они жертвуют своей жизнью лотосным стопам Майадеви. Гаудия Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, как же они могут жертвовать своей жизнью лотосным стопам Майи ради какой-то дешевой камы. Очень это прискорбно. Мы хотим их спасти, но они не хотят быть спасены, спасенными. Мы хотим их спасти, но они не желают, чтобы их спасали. Если однажды они захотят спастись, то они спасутся. Мы не можем остановить Харикатху только потому, что люди не принимают ее. Мы не можем перестать говорить Харикатху. Прабхупада говорит, не останавливайте Харикатху Харикиртан только потому, что всего лишь несколько человек примут это. Очень малое количество. То есть это не причина, по которой нужно оставить Харикатху. Я продолжу говорить Харикатху. Возможно, эта Харикатха, она оживит кого-то, она приведет кого-то в жизнь. Вот почему перед тем, как оставить этот материальный мир, Прабхупада, он молился таким образом.
Он попросил, вы должны продолжать говорить Харикатху, как члены Гаудия Матха, как Гаудии. Вы должны постоянно повторять Харикатху. Это наша жизнь и душа. Продолжайте говорить Харикатху. Может быть, очень маленькое количество людей ее будет принимать, но тем не менее вы продолжайте. Прабхупада говорил, каждый участник Гаудия Матха, они должны быть готовы пожертвовать галлоны крови для того, чтобы освободить обусловленные души. Они всегда должны быть готовы пожертвовать всем, как пожарники. Пожарники, они, если их ночью будет, они не говорят: «О, ну это же ночь, зачем вы нас беспокоите?» Парампуджапад Мадхава Госвами Махарадж, он постоянно об этом говорил. Преданные Гаудия Матха, они как пожарники. Неважно, это день, ночь, полдень, неважно, когда возникает какая-то опасность где-то, мы туда сразу же отправляемся и стараемся спасти ту дживатму из огня Майи. Такова наша природа. Не то, что там где-то огонь горит, а мы такие говорим: ну, с утра мы там подумаем на эту тему. Нет, мы пожарники, нужно сразу мчаться спасать. Мы пожарники. Что мы делаем, и чем, и что делала наша Гуру Варга? Гуру Варга, она проповедовала постоянно. Обусловленные души могут услышать эту Харикатху, и их сердца могут измениться. Кто может сказать, что нам нужно эту корзинку с абсолютной истиной поместить на голову и распространять ее всем желающим? Нам санкиртана, яша, это цель нашей жизни. Нам санкиртан — это не только наша цель, но это наша жизнь, это наша душа. Прабхупада, доктор ему сказал однажды: ты не можешь говорить Харикатху, тебе запрещено. И Прабхупада сказал: о, доктор, я мне не позволяют говорить Харикатху, но я не могу без нее жить. Потому что они думают, что если я не стану говорить Харикатху, то я вылечусь. Но это не так, Прабхупада сказал. Они думают, что если то есть я возьму паузу, я смогу выздороветь. Но это неправда. Случится прямо противоположно. Если они мне не позволят говорить Харикатху, тогда я больше заболею. Мое здоровье, наоборот, испортится. Пожалуйста, разрешите мне говорить Харикатху. Это моя жизнь и душа. До последнего момента своей жизни я хочу повторять Харикатху. Я ничего не хочу, только это желаю. В Бхагаватам написано: Бхагаван гунумит майтрадиви шахо тасмай наманти бутани нимнамапо иво сваям. В Бхагаватам написано, Бхагаван говорит: Бхагаван, если Бхагаван, он мной удовлетворен, это кто-то говорит, Матри Риши, не Бхагаван. Если Бхагаван, он доволен кем-то, как я сказал из Бхакти Расамрита Синду, Принанам Сарва Джагатам, когда Бхагаван, он доволен вами, когда кто-то, он хочет с вами враждовать, он вам ничего не сможет сделать. Вода, она течет вниз. Вода, она не течет по направлению наверх. Всегда стекает вниз. Вода постоянно течет вниз. Если Гурудев доволен,
Если Гурудев недоволен, то Бхагаван, ну, невозможно, чтобы такое произошло, чтобы Бхагаван был доволен, если Гурудев недоволен. Яша Прасада, Бхагават Прасада, Яша Прасада, Нагадих Кутопи. Если Бхагаван, если Гурудева доволен, то Бхагаван тоже доволен. Если Гурудева доволен, никто не может не навредить. Люди могут пытаться, но у них ничего не получится. Вода стекает вниз. И как в случае с Лакшахирой. Лакшахира, она была проституткой, очень опасной. Но случилось чудо. Весь мир стал ей поклоняться. Все приходили к ней, чтобы предложить поклоны. В чем причина? В чем причина? Почему великие ачарьи, они стали к ней приходить, чтобы предложить свои поклоны? Люди могут завидовать, могут что-то пытаться, что-то как-то навредить, но они ничего у них не получится. Мы знаем, что Бхагаван, он со мной, он всегда мне поможет. Бхагаван говорит, мой Сударшан Чакра, он всегда защитит преданных моих. Я всегда со своими преданными. Мы обсуждаем, как выйти на уровень сатвагуны, как возвыситься на этот уровень. И я сказал, что не служа сатвагуне, у вас не получится возвысить уровень сатвагуны. Потому что такова природа. Даже вот в этой материальной природе вы увидите такую закономерность. Если вы служите, то есть в материальном мире так работает, если вы служите кому-то, то вы перенимаете его качество. Человек, он влияет, на него влияют разные гуны, и в соответствии с этими гунами они выбирают себе общение. Поэтому раджа гуни, они не общаются с тамагуни и так далее. Те, кому нравится раджас, они общаются с теми, кто под влиянием раджас. Они не будут общаться с теми, кто в сатве, когда там, куда вы посвящаете свою энергию. Это научная вещь. Куда вы вкладываете свою энергию, сказал Бхактивал Тирта Госвами Раш, там вы развиваете ашакти, то есть вот это вот влечение. Если вы думаете постоянно о деньгах, то ваше внимание там, и это становится юшит для вас. Если вы очень привлечены своей женой, то это юшит для вас. Если вы живете, осознав татва-вигьяну, ну, то есть с женой, то нет никаких проблем. Как ученик. Есть ученик Рамануджачари, он был очень заботился о своей жене, то есть помешан на ней был. Он постоянно на нее смотрел, и когда она ходила под солнцем, он ей зонтик носил, чтобы... Он, жена прямо шла, а он задом шел, чтобы... Данурдас. И Рамануджачарья, какие-то преданные, они нажаловались Рамануджачарья. Гурудев, ну смотри, он вообще помешан. Он в опасном положении, он постоянно жене служит. Пожалуйста, сделай что-то. Потому что люди, они начнут плеваться над нас, они подумают, что преданные, они так себя ведут, это нормально для преданных. Хорошо, но отправьте его ко мне. Тогда Рамануджачарья, он сказал, Данурдас, пойдем на даршан к Варадраджу.
И вот тогда Гурдас отправился с Гурудевой, вот они зашли в храм в подходящий момент. Ну, то есть, когда Даршан был. И Рамануджачарья, он взмолился Барадраджа: «О, Прабху, пожалуйста, дай ему Даршан. Он сумасшедший. Он бегает за своей женой, ну, чья красота — это всего лишь испражнение, моча и кровь». Те, кто бегают за объектами наслаждения, они не пандиты, не могут быть пандитами. Тело, наполненное испражнениями и мочой, это мешок с кровью, с костями, испражнениями. Если вы порежете тело, сразу же кровь начнет вытекать. А мы так сильно любим это тело. Как мы можем совершать харибаджан? Гаур Кишор Дас Бабджи Махарадж, как правило, говорил: вы любите и привлечены своим собственным сердцем. Вы можете хотя бы предложить хотя бы 1% этого внимания Бхагавану? Хотя бы 1%. Вы даете так много внимания своему, посвящаете так много внимания своему телу, а можете вы предложить хотя бы 1% этого внимания Бхагавану? Как вы тогда ожидаете, что вы получите Бхагавана? Вы постоянно думаете о своем комфорте, вы не хотите, чтобы у вас проблем не было. Если проблемы есть в судьбе, то они придут. И Рамануджачарья стал молиться Бхагавану: смотри, этот идиот, он постоянно бегает за своей женой, пожалуйста, покажи ему свой, ну, себя, дай ему даршан. И Барадраш на долю секунды он показал Дарундасу свою форму прекраснейшую. Тогда Дарундас, он просто сошел с ума. «О, это Сундария Бхагавана! Какой же я идиот! Я бегаю за телом, но, о мой Господь, какая красота!» И Сарвабхаума Бхаттачарья, он тоже думал, что Махапрабху — это был молодой человек, красивый, но когда он увидел Сварупу Бхагавана, он потерял сознание. И когда Бхагаван, он являет себя перед преданными, он... преданные, они не могут перенести радиацию. Ну, то есть, когда вас электрический, ну, когда вы получаете электрический шок, вы падаете на землю. То есть Бхагаван, когда является перед вами, вы не можете стерпеть его сияние, то есть вы не можете вынести его. Такова природа Бхагавана. Мы не знаем, где Бхагаван. Здесь он... Если Харикатха настоящая, Бхагаван должен быть здесь присутствовать. Это его обещание. Но мы не можем его увидеть. Бхагаван, он прячется. И он пообещал, что там, где настоящая Харикатха, он присутствует в этом месте. Но вы не можете его увидеть. Во время Ратхаятры только 3-4 преданных, они увидели, что Махапрабху танцевал в 7 группах одновременно, а все остальные думали, что Махапрабху танцевал только в их группе. Бхагаван, он обладает бесконечным множеством шакти, и у него есть особая шакти, которая называется сад-пракашита шакти. Она, то есть посредством этой шакти Бхагаван являет себя. То есть если Бхагаван приказывает этой шакти, то йога майя все организовывает, и вы можете увидеть его. Но если Бхагаван не прикажет йога майи, приказ означает желание его, то есть все случается автоматически по желанию Бхагавана, то есть не нужно ему, ну, напрямую давать никакого приказа. Йога майя, она все знает. Когда, как только Бхагаван, он когда ему появляется такое желание, тогда сразу же преданный может его увидеть во сне, может его увидеть Нитьянанда, можете увидеть Нитьянанду. Как Кришнадас Кавирадж Госвами, он увидел Нитьянанду очень ясно. Он сказал: «Уто, Кришнадас, поднимайся, поднимайся немедленно и ступай во Вриндаван». Это был как сон, такого своего рода видение было. Бхагаван, он может себя явить, если Бхагаван хочет и дать свой даршан, он может прийти в сон. Мой гуру Падпадма, он постоянно видел Бхагавана.
Бхагаван может дать даршан, если он этого хочет. И столько много случаев, ну, когда Бхагаван приходит во сне, вот там есть один логик большой, известный. Бхагаван ему явился во сне и сказал: «Установи мою виграху». Но он даже не верил в Бога. Ну, возможно, у него в предыдущих жизнях он совершил что-то, ну, какие-то сукрити накопил. То есть и он видел Махапрабху, Махапрабху танцевал по дорогам Навадвипы. И вот эта виграха, она там, в Навадвипе, они ее установили, она перед станцией Вишнуприям. И эта вот шакти, она самопроявляющаяся, она помогает преданным увидеть Бхагавана. Когда Бхагаван решает показать себя, то благодаря этой шакти вы можете его увидеть. В Шивасангам там были два молодых парня, это в Джайвадарме описывается, они получили дикшу, они были чистейшими, и они устроили бандару в честь инициации, они увидели все нити лилы, малини, маасачима, они даже перестали принимать просады, они только стали молитву читать, Махапрасада Говинда, а потом они увидели лилы, малини, шивас, сачимату. Мы думаем, что это какие-то сплетни. Мы думаем, что это все сказки. Ну, там написана какая-то философия. Мы так считаем. До сих пор, по сей день, нитя лилы, они продолжаются в Навадвипе. Те, кто они, ну, самые удачливые, они могут увидеть эти лилы. Но есть те, кто неудачные, неудачливые, они не могут распознать Бхагавана. Бхагаван каждый день ходил на Гангу, Гуранга Махапрабху. Чапал Гупал видел его каждый день, но он его не распознал. И это природа Майя-деви. Майя-деви не позволит вам осознать абсолютную истину и принять ее. Майя-деви, она приняла такую резолюцию, она вам не позволит принять абсолютную истину. И вот зависит от вас. Если вы получите гуру-крипу, тогда Майя-деви не сможет ничего сделать. Она будет просто обязана уйти, оставить вас. Но до этого момента, пока это не случится, и нет других каких-то обходных путей. То есть это единственный путь. В Падма-пуране написано: если Гурудева удовлетворен, доволен мной, то я могу получить то, что является редкостью для йогов. Йоги, они медитируют на Бхагавана, пытаются получить даршан. Но если гуру мной доволен, то он меня может отправить на Галоку. Меня может отправить на Вайкунту. Это Сиддханта. И это большая редкость даже для йогов. Ну, они не могут достичь Вайкунты, потому что йоги, они хотят встретиться с Бхагаваном, они это вот для них успех. Гьяни хотят достигнуть Брахму безличностного. Но преданные, они не хотят разрушать отношения между бхактой, Бхагаваном и бхакти. То есть эти отношения, они вечные, и преданные хотят поддерживать эти отношения, а иначе они не могут выжить. Они не хотят ни слиться с Бхагаваном, ни уничтожить вечные отношения между преданностью, преданным и Бхагаваном, то есть объектом поклонения, объектом преданности. То есть они, им нравится совершать санкиртан. Если вы устаете от садкиртана, значит, вы не преданный. То есть признак преданного — кшантир объекта калата. Махапрабху, он хотел доказать это. Я в следующей харикатхе вам докажу это, как Махапрабху, он никогда не уставал. Что такое усталость?
Если вам удастся служить сатве, что такое сатва? Ну, то есть любое, все, что вы используете в течение дня, ну, например, вы спите 8 часов, 9 часов, не поднимаетесь. Это значит, что вы не служите сатве в качестве времени. Вы служите тамасическому времени, раджасическому времени, поэтому вы выработаете эти качества. И я вам могу показать на практике. То есть вы можете прийти ко мне, и я вам за 7 дней докажу, если вы будете служить в сатве Гоумати, Тулси Деви, Ганге. Как я вам сказал, в Джаландаре там изготовили напиток, и они там приготовили розовые лепестки, их превратили в кашицу, и вот добавили воду, и, в общем, вода была похожа на вино. И, ну, это раджас. Почему вы не можете дать вот этот сарбат, это напиток какой-то, ну, обычный, прозрачный? Зачем вот это вот все? Это пример реальный, это не какая-то сказка. Есть один саньяси, я не назову его имени, я люблю всех, но я выражаю вот это настроение специально, потому что иначе... В общем, я был там, в храме Шрила Бхактидевы Мадхава Госвами Махарадж, по приказу Бхактивалкирти Госвами Махарадж. Он мне сказал, ты можешь там жить, говорить харикатху. Я увидел, и встретил столько много проблем. Они не приняли наставление Бхактидевы Мадхава Госвами Махарадж. Они не приняли наставление Бхактивалкирти Госвами Махараджа. Я не буду называть их имен. И однажды я увидел, что они предлагали яйца. Яйца? Изначально я вообще изумился. Яйца? Это не яйца, нет, это не яйца. А что это? То есть они сделали... То есть, ну, они, в общем, какой-то... Они сделали какую-то, как это называется? В общем, они сделали подобие яйца из других ингредиентов. То есть они там из чаны. Ну, то есть, в общем, как желток. То есть они создали форму яйца. Они разрезали напополам, и получилось, как бы, и они пожарили, и очень вкусная вещь такая. Хингур. Я увидел это все, что это такое, но это были не яйца. Все ели, о, как вкусно, как вкусно. А я был обеспокоен. То есть это не майя, но это как бы майя. Но преданные, они сразу же на чеку. То есть это не майя, но это подобие майи. То есть кто может сказать, что это потом может вас привести к проблемам, вы можете пасть. То есть, ну, это не сатва, в общем. То есть это не майя. Кто-то меня может неправильно понять. Поэтому я постоянно закрываю все двери. То есть, если не нравится, то вы можете уйти. Я не всех впускаю. То есть, ну, должны следовать, что я говорю, иначе вы можете идти. То есть, они разрезали это приготовление, там пожарили. Как вкусно. Дай мне еще добавки. Смотрите, тот преданный, он мог спокойно просто там сыра нарезать, но его настроение было раджасичное, то есть он стал что-то
изобретать. Я не критикую. Настроение было раджасичное. Почему нужно создавать эти подобия яиц? Это не есть хорошо. То есть, когда вы пьете, постарайтесь пить обычную воду. Ваше тело может привыкнуть к обычной воде, то есть вы постоянно фильтры используете. Во Вриндаване я только спрашиваю, здесь вода, она нормальная, и прямо из-под крана, то есть нормально она, говорят, да, я пью. Кто мне предложит фильтрованную воду во Вриндаване? Кришна, у него разве была фильтрованная вода? Кришна, он пил из водопадов. Старайтесь адаптироваться к природе. Я не говорю вам, но на этому посвящать огромную много времени, но в общем это природа у нас, потому что это тело, оно принадлежит природе. Постарайтесь понять этот даршан. Бхактивинода Тхакур, он молится природе. Куладеви Йога Майя. Если вы не будете наслаждаться природой, запишите в своих дневниках. Если вы откажетесь от наслаждений, то есть когда вы перестанете наслаждаться, если вы примете такое решение, то есть за 15 дней вы все увидите, что все благоприятное, все стало благоприятным. Но так как вы обладаете вот этим настроением наслаждающего, природа, она вас атакует. Кто-то спросил меня, почему Калима, она высовывает язык наружу? Божество Кали с языком. И я уже дал ответ. Калима — это природа, это Пракрити, Бахиранга Шакти. Это не Антаранга Шакти. Когда вы считаете себя детьми матери, Дурги, и Шанкар и Дурга — это ваши родители, то есть вы невинные, у вас такое настроение невинное. Есть где-то один браман, и он получил молоко Деви. Харидас Тхакур получил молока. Другие преданные, они в Чандрасека Рачаре Баван, там, когда Мапрабу на территории современного Чайтанья Матха. Там Мапрабу, он танцевал в форме Лакшми, Махалакшми. И он потом покормил... Читайте Чайтанья Бхагавату каждый день. Он покормил грудью, в общем, преданных Махапрабху. Он танцевал в форме Лакшми Деви, и потом он их покормил молоком. И он доказал, что я мать, я отец, я все. Махапрабху, на что вы смотрите, что вы видите? Где ваше внимание во все? Все я. Я в этом... Это вот в прославлении Гиты Бхагаван это все. Он принимает разные формы, но когда вы осознаете, что это все Бхагаван, тогда тигр, он будет сидеть перед вами, он не сможет на вас напасть. Рагунат Дас Госвами, он сидел на берегах Радакунда, и пришел тигр и стал пить воду рядом с Радакундой. Санатана Госвами, он это увидел. Рагунат сидел, а тигр пил воду из Радакунда.
Тогда Санатана Госвами, он разозлился. Ты не подчиняешься. Заходи в Баджан Кутир. Зачем ты сидишь снаружи? И тогда Рагунатх Дас Госвами, он, в общем, приютился в Баджан Кутире, а так он обычно сидел под открытым небом. И это доказательство. Когда вы поймете, что Бхагаван, он повсюду, Бхагаван в тигре, тогда тигр не сможет вас атаковать. Но мы этого не чувствуем. Мы не осознаем, о, тигр. И он отличен от Бхагавана. Кто-то меня спросил, почему Калиима, у нее язык снаружи. Я объяснил, это потому что мы дети Пракрити Ма, природы, наше тело, ум, все мы взяли у Матаджи, у Маты, у Дурги, Пракрити. Шанкар — это отец. И я уже много уже сказал об этой Сиддханте до этого. Шанкар — отец, Дурга — это мать. И когда мы выражаем настроение наслаждающегося, Мата, ей становится ужасно жаль, то есть она, то есть это я мужчина, я женщина, а ты хочешь мной наслаждаться, я же твоя мать. Ты хочешь наслаждаться мной? Ты хочешь наслаждаться фруктами с деревья, но они для Бхагавана. Постоянно у тебя желание наслаждаться, но ты забываешь, что я — это природа, то есть это может быть мужчина или женщина, это все я. Тело женщины — это Пракрити, я природа. Ваши тела, мужские тела, женские тела — все Пракрити, а вы хотите наслаждаться Пракрити. И что мне делать? То есть я высовываю язык, ну, в знак того, что мне ужасно жаль. О, Господи, вы хотите наслаждаться своей матерью? Вот почему Кали, у нее язык снаружи. Но если вы будете жить как Шваривас Пандит Бхактинут Такур, тогда нет проблем. О них нет желания наслаждаться. Кришна Самсар Коро. То есть это самсара Кришны. Это не ваша какая-то оскверненная самсара, это самсара Кришны. Пытайтесь жить жизнь, ну, чисто. Не наслаждайтесь. Желания материальные, они вас бросят в океан страданий навсегда. Если вы не повстречаете вайшнав, никто в этом мире вас не спасет. То единственное спасение — это встретиться с вайшнавом, с истинным. Нет, вы можете скитаться, рождаться в этих бесконечных мирах целую вечность. Если вы потеряетесь, совершив аппарат, то в этих бесконечных мирах, куда вы пойдете, где я вас найду? Если вы потеряетесь, куда, где я вас найду? Куда ушел тот преданный? Если дживы, они бесконечные, они ждут. В общем, поэтому Девима, у нее язык снаружи. Я могу привести 2-3 примера, благодаря которым вы... У вас получится развить понимание. Апо значит вода. Нигам шастра. Если вы хотите служить шастрам, вам нужно спрашивать у Гурудева. Ты разреши мне, можно мне читать Чайтанья Бхагавату? Да, да, читай, нет проблем. Это сатвическая шастра. А, я хочу почитать тантры, мантры. Нет, зачем? Почему? Нет, читай Чайтанья Бхагавату. Нет, нельзя читать тантрические тексты. Даже сатвические шастры могут быть не... не, как сказать, неподходящими для вас. Если обусловленная душа начнет читать Уджвала Нилимани, она не получит блага от этого прочтения. Он читает Уджвала Нилимани, это превосходная гранта. Но и что из этого?
Эта гранта потрясающая, но она пока не для вас. Если вы будете читать Уджвал Ниламани, написанную Рупа Госвами, вы отправитесь в ад. Почему мы пойдем в ад? Да, именно в ад, потому что это вы еще не на этом уровне. Поэтому Прабхупада сказал, не читайте Бхагаватам, Шримад Бхагаватам, у вас камы столько много, читайте Чайтанья Бхагавату. Когда кто-то притрагивался к Бхагаватам, Прабхупада говорил, нет, сначала докажите, что вы вне Майи. Но мы хотим представить, ну, как сказать, выдавать себя за кого-то, как мы говорим, какие мы молодцы. То есть наше настроение не получить бхакти, а рисоваться как-то. То есть если бы нашей целью было получить бхакти, почему мы его не получаем? У нас такая большая удача, у нас есть возможность общения с Гуру Варгой, с Прабхупадой. Ну, если мы в линии в их... То есть я вам дал пример, даже сатвические шастры, они могут быть опасными для вас, потому что если вы будете читать Уджвал Ниламани, вы повысите свою материальную каму, вы посчитаете, что Рада и Кришна — это материальные мужчина и женщина. Некоторые книжки, написанные Рупой и Санатаной, их предали самади. Джива Госвами Пад, он решил, он принял такое решение, потому что он боялся, что эти книги попадут в руки кого-то, кто не может понять скрытого смысла этого, этих отношений любовных. И таким образом люди могут попасть в ад. И Джива Госвами Пад, он попросил прощения у Рупа Госвами, Санатана Госвами, он поместил их, предал их самади. И эта самади находится рядом с самади, с Баджаном Кутиром, Санатана Госвами. Там находится Грандха Самади. Таким образом, то есть то, что вам читать, то есть как развивать свое сознание, вам нужно зависеть от Гурудева. Гурудев вам все скажет. Апа, вода. Я объяснил вам уже, что если вы будете использовать воду как камса, камса добавлял воду различные. Он постоянно там аюрведические какие-то средства добавлял, какой-то парфюм там и так далее. Даже у него специальные 1-2 человека были, они готовили, приготовляли эту воду, они сделали ее раджасичной. То есть если вы будете использовать воду как раван, то есть вы спать в ванне будете, то есть вы тогда на целую вечность вы не получите Кришну. Возможно, вам не нравится это слушать, но вам придется этому подчиняться. Сегодня, по сей день я поднимаюсь рано с утра, я на колонке качаю воды и принимаю холодный душ. Не хорошо пить постоянно фильтрованную воду. Конечно же, вода, она, нужно смотреть. Иногда бывают какие-то проблемы с водой, но, в общем, всегда использовать фильтрованную воду нехорошо. То есть нужно смотреть, какую воду вы пьете, как вы принимаете омовение и так далее. Праджа. Когда кто-то ведет семейную жизнь, они могут родить прекрасных детей, дочь или сына, и это зависит от определенных ритуалов. То есть, как попало, рожать не стоит. И детей вы все равно их выкинуть не можете на улицу, но если вы родили демона какого-то, то у вас будут проблемы. Если ребенок вырастает демоном, то как вы будете спокойно жить в свою жизнь? Неспокойно, как вы будете жить. Дэш, я уже вам объяснил, что вам нужно жить в таком месте, которое подходит для баджана, где никто на вас не нападает по причине того, что вы совершаете баджан. Например, если там вы посреди мусульман или демонов, которые постоянно на вас производят какие-то атаки, то это неподходящее место. Вам нужно найти такое место, где тулси растет, где река святая. Преданные есть там, с которыми вы можете встречаться, храм в Индии, в Барате. Куда бы вы ни пошли, вы увидите храмы повсюду, везде храмы. Но если вы будете жить в таком месте, где нет храмов,
целый год вы не увидите даже лица преданного ни одного. Это опасные места. Как вы можете прогрессировать? У вас нет столько силы, чтобы одним прогрессировать. Гора Кишвардас Бабджи Мараш может совершать баджан где угодно, но вы нет. Они вечные паршады. Они где бы ни находились, там Вайкунта. Они постоянно на Вайкунте. Вы можете запереть чистого вайшнава в комнате на месяц, на два. Они просто будут там сидеть, у них нет проблем. Они не хотят ни с кем не разговаривать, ничего. Я вам не говорю, что вам нужно молчать. Когда нужно говорить, когда говорить, ну, это что-то практическое. То есть говорить харикатху — это более разумно, чем молчать. Зачем молчать, когда можно говорить харикатху и совершать киртан? Это самое, ну, замечательное, что может только существовать. Кал, я вам уже объяснил, что каждый день вы должны подниматься в положенное время. Мне не нравится раджасическое время. Мне нравится утреннее время. И из всех месяцев я люблю картик. Я прям вот начинаю особое счастье. Даже когда я не говорил харикатху, путешествовал по лесам Вриндавана, я не знаю, когда наступал картик, то прям радость какая-то заходила в сердце особое. И время, которое я больше всего люблю, это вот с 3 до 6 утра. Это самое классное время, ну, то есть для меня лично. И в полдень с 11:30 до 12 это пик. Если я, например, совершаю анник, с 11:30 до 12 это абиджит мухурта. То есть, ну, как бы я в 12 начинаю, но я дотрагиваюсь до этого промежутка с 11:30 до 12. Анник нужно совершать в 12. Анник в сатве — это когда вы его совершаете перед рассветом. Это анник в сатве, когда вы читаете дикша мантры. Вы можете адаптироваться, вы можете отдохнуть в другое время, поспать в другое время дня, но в это время, ну, не нужно на компромиссы. Я не могу идти на компромисс. То есть перед рассветом нужно принять омовение, то есть не трогать ничего оскверненного. И мои наставления таковы. Брамачари, он не должен прикасаться до своей кровати, потому что... Ну, то есть нужно чистоту поддерживать. Не трогайте кровать. Если вы устали, вы можете поспать на матрасике, ну, не в кровати. Нужно поддерживать чистоту. И время. С 12:30 с 12 до 12:30 это время, подходящее для анника. Вечером, когда солнце садится, прям когда вот только что солнце зашло, и вот эта краснота на небе, это вот подходящее время для анника. Я обожаю совершать анника, я так устраиваю свой день, чтобы это время, оно не было обеспокоено. То есть это вот не ночью там когда-то, а вот в это время, когда солнце садится. Когда солнце садится, и сразу же я сажусь и совершаю анник, прочитываю, концентрируюсь. Обеспокоенный ум, он не поможет вам прочитать анник. Обеспокоенный ум вам не поможет. Вам нужно контролировать ум. Как? Посредством Гуру Севы. Вы почувствуете, что ваш ум, он постоянно спокоен. Когда вы смотрите на Гуру Вайшнавов, вы видите, что они постоянно спокойны, потому что они в контакте с Апракрита Джагатом, с духовным миром. Если какие-то есть, то есть какие-то беспокойства, они прям задыхаются. Почему я сегодня не могу говорить
Харикатху. Прям как рыба, когда ее вытаскивают из воды, они сразу же рыбы начинают задыхаться. Что происходит? Ну вот так же и вайшнавы, они думают сразу, в чем дело. То есть они постоянно в контакте с духовным миром. Но если есть какие-то беспокойство, то харикатха прерывается. То есть материальные какие-то качества, их недостаточно для того, чтобы говорить харикатху. То есть это не что-то, что делают профессионалы. Нужна связь с духовным миром. Бхакти Матакур пишет в Чайтанья Чикшамрите, когда вы... Я вам приведу пример. Один преданный, его отец продавал рыбу на рынке, что поделать. И этот преданный, он пришел ко мне, расплакался: «О, Махарадж, мой отец, он, если перестанет продавать рыбу, то ну, у нас нет заработков других». И что я мог ему ответить? Я ему сказал: «Каким-то образом устрой все так, чтобы тебе не нужно было продавать рыбу». И в общем, сын и все дети тоже приняли инициацию, но в итоге по причине вот этой вот бавы раджасической, вот эти вот, и что сын, что дочь, они попали в большие проблемы. Твой духовный брат. И что-то там случилось, и он попал в большую проблему, и дочка тоже, у него проблемы были. Я просто, посмотрев на кого-то, могу понять, кто в раджасе, я могу понять. Постарайтесь оставить раджас и тамас. Если у вас работа такая, которая против баджана, вам нужно как-то поменять эту работу, иначе... Это то, как вы можете заботиться о карме, как вы можете служить сатвической карме. И джанма, например, вы родились в семье браманов. И вам тогда нужно... Если вы родились в семье браманов, то вы должны подтвердить, что вы браман. Джанма — это какая-то... Основа, то есть мы можем думать, мы принимаем рождение в зависимости от нашего, от нашей кармы, но чистые преданные, они не ограничены этим правилом, то есть мы не можем сказать, что Вамсидас Бабаджи Махарадж, он родился в семье рыбаков. Харидас Такур, он родился в семье мусульман, поэтому он, ну, то есть положение его низкое. Нет, это не применяется к вайшнавам. Вайшнавы, они не обязаны вот следовать вот эту джанма карме бандан. В шастрах написано, о, ты браман или нет? Как Гаутама Риши, я вам рассказала уже об этом случае. В Упанишадах описывается. Гаутама Риши, он поговорил с Джавал Сатьякамом. О, сын мой, а ты браман? Узнай ты, кто твой отец? И он тогда, мальчик, отправился спросить у матери. И, в общем, не получил ответ. То есть он все рассказал, как есть, Гурудеву. То есть он сказал: «Гурудев, я спросил у матери, она не смогла ответить, кто мой отец». И тогда все ученики, они засмеялись, а Гаутама Риши их остановил, сказал: «Не смейтесь над ним, подойди ко мне, сын мой». Тогда он его благословил. Я уверен, на 100% ты браман, потому что такая тайна, и ты ее открыл перед всеми, не скрыл этого. Ты, конечно же, ты браман. У тебя природа брахмана, поэтому я тебе дам инициацию. В шастрах написано, что варна зависит от природы. Бхагаван Шри Кришна сказал, according to varna ashram, chatur varna maya sishtam,
гуна карма. Бхагаван. То есть нужно учитывать качество и интересы, то есть предрасположенность. И в соответствии с вот этим нужно понимать, что, вот, например, это шудра, но он может одеться в саньяси, но я могу притронуться к Бхагаватам и сказать, он шудра. Если вы уважаете шастры, то это вот такова правда. Но если вы хотите присоединиться к мнению публики и общества, то ну, я не буду с вами спорить, но я могу сказать, что это шудра. Такова природа. Шастры говорят об этом. 81 сын Ришабдев, они стали браманами. Вишвамитра Муни был кшатрией. А он стал Брахмариши, стал браманом. И я вам могу привести столько примеров из шастр и показать, что ваше рождение, то есть вы рождаетесь в какой-то семье, но потом нужно смотреть на природу, что Кришна сказал об этом. Я бесконечен, я безграничен, и я вечен. И Чатурварна, я создал эту систему, чтобы привести в порядок общество. Потому что если варны и ашрамы будут смешиваться, то это будет хаос. Но это вот происходит в настоящее время. То, что вы сейчас наблюдаете в Бхарате, это вот все вперемешку. Никто не беспокоится о варнашраме дхарме. Шудра занимается, ну, неположенным. Но есть ограничения строгие, кому чем заниматься. Дхьяна тоже один из факторов. То есть, если вы будете медитировать на раджасические объекты, то вы увеличите раджас. Раван, Кумбхакарна, они не медитировали на Кришну. И они получили то, на что они медитировали. Даже вот медитация ваша или, ну, внимание. То, на чем ваше внимание, если вы постоянно концентрируетесь на раджасе, на раджасе, на раджасе, то никто вас не изменит. Даже если вы примете прибежище, кто-то принял прибежище у Прабхупады, и потом они покинули его или стали говорить всякую ерунду. То есть дьянам значит, что вам нужно медитировать на Вишну. Вот написано, но сахаджи говорят, что махамантру нельзя читать громко. В шастрах написано, что вы можете совершать джапу громко, медитировать. Харинам Прабху, то есть Рада Говинда и все парикары, они пребывают в махамантре. Если вы будете читать мантру, вы это осознаете. Наш Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж, он поклонялся Харинаму. У него была такая вот своего рода, не тарелка, как сказать, там было написано имя Бхагавана, то есть это была не Виграха, это было имя написанное на табличке. Он поклонялся. Мантра — следующий фактор. Гурудев. Вам нужно слушать Гурудева. Обычные люди, шудры, вайши, они там читают и не произносят тот мантру Ом. Не все могут произносить эту мантру, только браманы могут ее произносить. И также кшатрии, которые выйдут на уровень браманизма. А сейчас гаятри мантры, они прям в микрофонах там ее
озвучивают это в Каликале. В Каликале так работает. Но Гаятри Мантри, она не для всех. Ее люди не должны слышать, ну, кто попало. Но это Каликал. Нет никакого, ну, то есть никак не спастись. Самскары. Вам нужно развивать самскары, то есть как вы себя ведете, как вы сидите, как вы ходите, как вы смотрите. Все должно стать чистым. Когда вы посмотрите на чистых гуру вайшнав, вы увидите, как они ведут, ну, живут. Нет никакого осквернения. Небольшое осквернение, но может разрушить вашу жизнь. Поэтому будьте всегда внимательны. Самскары. И существует 10 видов самскар в Бхаратварше. В соответствии с ведической культурой, когда рождается ребенок, есть пуповина, то есть там специальная самскара, отрезание пуповины проводится. Потом, то есть вот эти всякие разные самскары. После чего там идут на Гангу, совершают омовение, но в наши дни никто этим не занимается. Ну, что-то там кто-то делает. Столько много самскар, джата самскар, все вот эти самскары, и прям до смерти. Даже смерть, ну, то есть нужно самскару провести с телом, то есть нужно сжечь его, ну, это прям до последнего момента. Свадьба — это тоже самскара. Разные саньяси — это самскара. 10 самскар. Самскары, их нужно обязательно совершать. Если вы не совершаете самскар, вы не разовьете силу. Ну, вы можете произносить намапарада, намабас, но вы не продвинетесь в баджане. Гуру вайшнавы, они, им нравится саттвагуна, и они критикуют тамагуну, и они молчат, как, ну, когда видят раджагуну, потому что раджагуна, она посередине. Саттвагуна им нравится, тамагуна не нравится. Но раджагуну, они ее как бы принимают, ну окей, хорошо, это серединное положение, они особо не выражаются по этому вопросу. Вам нужно развивать саттву, очищаться посредством самскар. Бхагаван Шри Кришна дает вот этот пример. Бхагаван Шри Кришна говорит, лес бамбука, сухой бамбук, одно дерево бамбука загорается. И тогда огонь, он благодаря ветру, он поджигает другие деревья. В общем, так постепенно весь лес загорается. И в конечном итоге весь лес будет выжжен. Бхагаван дает такой пример. Если вам удастся разжечь шуддосатву, тогда автоматически, то есть огонь знаний, тогда автоматически раджатамагуна будут разрушены, после чего вы почувствуете себя комфортно. Я не могу произносить, как положено, язык, какое-то там беспокойство. Пока все деревья бамбука не будут сожжены, огонь будет гореть. И то же самое и в данном случае. Только тогда весь лес горит, то автоматически огонь, он, пожар прекратится. Таким образом, вы будете
пытаться увеличить уровень садда-сутвы, и тогда все будет сожжено, и вы освободитесь. Понимаете, как это просто? Но тем не менее, это сложно. Чайтанья Чаритамрита объясняет, кажется, что сложно, но это очень легко. Я на этом остановлюсь. Танрамами Харим Парам, Ванча Калпатурушки Басиндву, Патитану Павану Бхувишна.